А вы знали, что в Подмосковье впервые открылся фестиваль «Возрождение человека»? Это переплетение разных жанров и видов искусства, которое описывает жизнь и достижения гениев разных эпох и народов. Цель фестиваля – интеграция людей с ограниченными возможностями в мир культуры и искусства. В будущем фестиваль будет проходить не менее 4 раз в год, в том числе и в других регионах страны. Россия, горжусь!